Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы собрались здесь все, чтобы почтить память легендарного музыканта, группу кино, послушать просто хорошую музыку. Нам просто сейчас лишь время на сцене. Что замечательного, как красиво. Легенды того времени, собственно говоря. А кто был именно тем, кто направлял молодежь того времени именно туда, куда надо. Привет, друзья! Это группа Хода. Прежде чем стартануть, хочу сказать несколько слов. Не хотелось бы говорить, что этот вечер приурочен к трагической дате. Так как для меня лично группа Кино ассоциируется с клубом, тем более это вечер памяти. Я уверен, что каждый из нас Виктор Цепь добрые и светлые чувства. Так что я надеюсь, и у вас такое же доброе и светлое сейчас настроение. Так что давайте оторвемся, наполним. Музыканты готовы? А зрители готовы? Заряжай.
сегодняшнего вечера дадут хоть бутылочку, да, я не знаю, минералочки, то в горле пересохло, если разрешите. Публика, благодарна. Вот группа Кода только что выступила в жести. Ну, наверное, давайте по традиции начнем с солиста. Что скажешь там, солист? Ну, классно, всегда, всегда на ура, всегда хорошая публика, благодарная. Все было на высшем уровне. Правда, немного не слышали себя и организация немножко. Я думал, хоть минералочки выставят на сцену. Принесли фонарь. Да, ну... Денис, опоздали. Надо было в райдер указывать. Да, да, да. Наверное. Да. Вот. Будем ну учтем. Вот. Теперь вот пускай ребята скажут там наши. Че, ну, Мура, было как? Классно. Вообще. Без всяких там ваш, да? Все отлично. Все на высшем уровне. Вот в сети даже 100% бальный. Так что все супер было, звук нормальный, чутячный, публика главная, хорошая, все было супер. В первую очередь я хотел бы высказать благодарность самому Виктору Цою, хоть его нет рядом с нами, но всегда в наших сердцах. Я хотел сказать ему спасибо за его песни, за те песни, которые действительно перевернули, у многих перевернули мир, мировоззрение. Во-вторых, хочу сказать спасибо нашим друзьям, это все, кто ужас, и Дима, и все, Ильяс, там, Тима, все, кто сегодня был на концерте, огромное спасибо за поддержку, это как бы, на самом деле, это придает большой стимул, уверенность в себе. Вот, и в-третьих, хочу сказать спасибо группе Кода, моим друзьям, за то, что мы всегда вместе на таких концертах, всегда выступаем, дружно, что нас любят, и мы друг друга любим. Вот. Мы тебя тоже одели. Ты наш. Барабанщик. Все, спасибо. Группа Кода специально для Алматы Сейшн. Ну, как всегда, группа Кода была на высоте. Как всегда, отыграли грамотно. Ребята от души отработали. Вот, кстати, вот один из ярчайших представителей группы Кода. Задает всем темп, ритм, да? Как там? Да. Адиль. Я хотел еще заметить, завтра соревнования. Мы хотим, чтобы мы с Лужарсом вошли хотя бы в 20. Не, ну ты-то войдешь, ладно. Спасибо. Я хотя бы в 40. Да. А Тима в нас верит. Да. Спасибо тебе. Бля, ну зачем так сразу, да? Так, вот группа поддержки непосредственная. Сакеныч. Да. Попозже подойдем. Илюха. А, вот он, я. Вот Илюха. Илюха был... Вас как звать? Таким человеком, который мне сказал, если ты, короче, залезешь на сцену, сними меня с женой. Да, базар. Я это спасибо, знал. Конечно. Классно. Вас как звать? Вас как звать? Санитар района. Димон. За нас. Зачем? Нет, просто Дима, а такой, старых мы уважаем. Не-не-не, Димон, какого вы жуза такой? Я готов. Говори. Во-первых, салам алейкум, да? Все, кто смотрит. Тима, братан. Хочу сказать, еще раз повториться. Пацаны, красава, выступили, не посрамили, да? Вообще это исполнение песен Цоя, это было шикарно вообще. Я там вау, в улете подпевал, потанцевал как мог. Базару нет. Таких надо почаще концертов делать. И вообще и собираться нам почаще. У солиста Денис, у него голос реально похож немного. Из-за этого более такой эффект был такой более реалистичный. И играет уже неплохо, очень. Да нет, это вот. Оператор.
Спасибо. Оператор. Наконец-то. Оператор, братан. Спасибо. Байкл, мы тебя любим. А теперь чокаемся.